Всем привет! А мы тут, что называется, плюшками балуемся. Кузя тут прошел и считает, что вот эту вот ежевику надо срочно подстричь. Да, вот Дина тут бегает. Я горох посадила. А еще хочу посадить огурчики. Да, Дина, ага. Вот смотрите, какие купила. Это еще не все. Смотрите, как там интересно. Я такие вообще первый раз вижу. Дин, подожди, помолчи. Вы представляете, вот это вот. Вот чтобы огурцы вот так вот были на ленте. И еще что-то, вот здесь какие-то семечки. Вот огурчики, видите? А вот здесь что-то по бокам еще сидит. Чего здесь, я даже не знаю. Вот. Вот будем сейчас сажать. И вот у меня помощники. У меня сплошные контролеры пришли. Я сегодня днем грядочку уже себе сделала, запушила ее, все корешки все отсюда выкинула. Да, вот, пожалуйста, все. Кусь, садись. Кусь, все сидят твоя, сейчас. Твоя. Кузенька, давай, сидеть, сынок. Кусь. Да ну, я вообще ничего это сажать не люблю. Сейчас заставят лейку носить. Это я не буду. Кузя, кто там? Ну-ка сбегай вообще. Кузьма. Сейчас скажу. Что там за информация? Кто там лает? Да, ну ладно, ты нас будешь с тылов охранять. Хорошо. Так что вот так вот у нас весело. Ага. Буду сажать, а то уже скоро стемнеет. Всем хорошего вечера и мирного неба над головой.